Так, дамы и господа, вот смотрите, рассказываю этот нюанс, что мы делаем и почему в вот этой локтевой технике в нашем мануальном массаже, да, вот крестец с позвоночника, это вот осистые отростки, которые мы имеем возможность нащупать именно, да, потому что само тело позвонка мы никогда не сможем нащупать, оно очень глубоко находится. Примерно, ну это вот тоже такой миф, что некоторые люди или массажисты, они говорят, пощупывают, о, да у тебя грыжа, о, давай я тебе позвоночник поправлю. И вроде как бы говорят, что исправили позвонок, убрали грыжу. На самом деле никогда они точно не могут сказать, потому что грыжа находится вот в этом диске между двумя позвонками. А до него добраться еще, представляете, через кожу, через жир, через вот эти слои мышц, там еще глубина 5-7 сантиметров. Это только осистые отростки мы видим, только вот такие отростки, которые сверху торчат из позвоночника. Поэтому это глупость совершенно, что можно как-то пальцами понять, что там грыжа. В принципе, мы можем только предположить, да, по некоторым признакам, что она возможна. Но лучше всего это показывает только рентген, а еще лучше МРТ. Способом резонансного тестирования это все гораздо точнее можно выяснить. Значит, мы сейчас наше упражнение будет нацелено на разжимание вот этих вот тазовой, да, области от всего остального позвоночника, потому что именно вот эти позвонки, которые называются L3, L4, L5, и вот первый позвонок крестцового отдела S1, вот чаще всего процентов 80 грыжа вылезает именно там. И начинается это все с протрузии. Протрузия — это по сути предвестник грыжи. Практически это одно и то же явление, только протрузия, она, ну, 2-3 там, миллиметра, да, вылезла. Если вам тоже какой-то врач говорит, о, у вас грыжа 3 миллиметра, надо операцию делать. Это все обычно такие мифы распространяют коммерческие структуры, которым выгоднее быстро сделать операцию, получить за это деньги. А по сути никакого вреда это человеку не приносит. Если там что-то, чего-то вылезло, то по сути это всего лишь мышцы, которые зажимают. Их мы, массажисты, имеем возможность сразу сжать. С помощью мануальной терапии раскрепостить вот эти блоки, микромышцы, вот эти, про которые я говорил, да, микросвязки между сегментами, вот этими позвоночными. Сегмент, помните, что говорил? Это вот два позвонка и диск между ними, вот это является сегментом. Соответственно, для этого мы во время массажа, да, внедряемся вот в это место, вот так вот, рукой, начиная от кончика пальца, вот так вот прямо кистью до конца локтя, да, посмотрите, вот в эту сторону, чтобы разжать, то есть сама толщина нашей руки, да, она как клин получается, да, то есть как клин мы входим в тело, это называют движение, нож входит в масло, практически вот так вот, и таким образом мы их разжимаем, вот так вот, декомпрессия, да, получается. Далее мы вошли и сразу вокруг ягодицы делаем концентрические круги, которые завершаются вот в этой точке, где гребень подвздошной кости, там вот такая вот, пальцами можно нащупать вот этот вот выступ. Раз круг сделали, два круг, третий круг, четвертый, и остановились здесь, да? Остановились на этой точке, вжали туда локоть поглубже, вот прям острием, да, под 45 градусов в сторону таза. Провибрировали вот так вот это место сюда и обратно, да, еще так, таким образом растрясая его. Потом простучали вот так вот в эту точку, да, то есть опять движение идет вот сюда вниз. И далее, не отрывая локтя, начинаем делать круговые движения по спирали вот так вот вверх, разжимая вот тут вот позвонки, вернее вдоль позвоночника идут паравертебральные мышцы. И мы локтем двигаемся вот так вот. То есть разжимаем вот эти мышцы, как бы отодвигаем позвоночник. И снизу вверх. Снизу вверх. То есть продолжая процесс декомпрессии. Видите, снизу вверх. Снизу вверх. Вот так вот. То есть движения наши должны вот так, вот так, вот так, вот так подниматься.
Далее, когда мы вот это все прошли, сделали растирание методом рубанка. Когда вот так вот берем руку, да, и у нас вот все предплечье превращается в рубанок. Энергично мы вот так вот растираем, и круговыми движениями еще можно захватить крупные мышцы, ягодичные, вот, боковые вот эти вот крылья, да, лопатку. Так вот активно растираем. После этого ставим лодочки. Лодочки — это такие яхты. Вот примерно, ну, мы не сможем определить точно, да, где какой позвонок идет, да, просто это такая некоторая условность. Поставили одну лодочку, вторую, третью яхту, четвертую яхту, пятую, шестую и так далее, да. Как мы ставим вот так вот, ладонями внедряемся, да, и чуть-чуть разжимаем, внедрились и разжали, внедрились и разжали. То есть это вот буквально вот такой коротенький участочек тела. То есть это вот так вот внедрились, да, и разжались, внедрили и разжали. Вот так вот, очень короткое движение. Вот этими косточками, да, мизинчиком. После этого следующий прием — мы запускаем регату яхт. Она пошла в плавание, да. Уже внедряемся, начиная от кончика пальцев, всеми локтями, да, внедрились и разжали. Внедрились вот так вот и разжали целиком. То есть, грубо говоря, на рисунке это будет выглядеть так, что, ну, не надо, конечно, каждую яхту запускать, да, это все условно, мы так называем такими поэтическими названиями. То есть, по сути, наше движение — это вот мы внедрились вот таким клином, да, и разжали, соответственно, вот в эту сторону мышцы. Внедрили следующим клином и разжали вот таким вот в эту сторону, да. И так далее. То есть как бы получается, как шлейф волн идет за той яхтой, которая отправилась в путь. Запускаем их в путь таким способом. И следующий у нас прием, когда мы это все проделали, да, вот эти вот запускания яхт, сначала делим позвоночник, ну, условно, на 4 части. Да? Раз, два, три, четыре. Потом на 3 части. Раз, два, три. Потом на 2 части. Раз, два. Потом на 1 часть развели руки, да, как следует. Тут рука у нас упирается в ягодицу, даже вот в эту вот косточку, про которую я рисовал. А там рука за лопатками упирается в шею. И потом мы делаем вибрацию. То есть в этой области мы укрепляем локоть на вот этой косточке, да, и вибрируем вот в эту сторону. Вибрируем так, что когда один локоть у нас остается все время вот в этом месте, да, в этой точке, если этот локоть идет сюда, то тот, который пошел вверх, он идет в обратную сторону, в противофазе. То есть вот еще раз показываю, локти вместе, да, и они вот так вот медленно расходятся, вибрируют. Для чего? Для того, чтобы наш позвоночник, вот змея, да, вот он его расшатать. То есть он должен вот такой волной ходить. Когда позвоночник здоровый, у него с одной стороны задаешь движение, оно отражается в другом месте. Понимаете? Провибрировав, то есть еще раз его растрясти, растряс, ну, в общем, потрясти вот так вот еще раз, да, это нам позволяет делать уже более глубокие зажимы, когда мы опять останавливаем локоть здесь, а второй разводим. Техника бульдозера. То есть мощным, широким, сильным движением со своим весом, прям весом вот так вот давим. Растягиваем позвоночник опять снизу вверх. То есть получается, у нас закрепление произошло вот в этой точке, да? Жесткое закрепление этой руки. А другой рукой, бульдозер, мы большой волной вот такой запустили вот в эту сторону. Все позвонки стараемся при этом распрямить, растянуть, декомпрессировать. Да? В этом упражнении, в этом приеме часто слышен хруст. Идет разжатие, разблокировка выше, выше, выше. Тук-тук-тук-тук-тук. Иногда бывает, если человек полностью расслаблен. Вот чтобы он был расслаблен, мы для того и делаем все вот эти вот вибрации, все вот эти вот спиральки, все вот эти вот покачивания, для того, чтобы полностью его расслабить. Ну и на вот этом такая локтевая техника, можно сказать, вот этот блок,
наш локтевой, он завершен. Дальше мы перейдем к другой технике, к ягодицам. Поэтому об этом я вам расскажу в следующем видео.